Женская сборная Харьковской области по водному поло сделала золотой дубль. В среду подопечные Николая Слюсаренко завоевали в Днепре Кубок Украины. В финальном матче они победили команду местного университета 14-10. Ключевым стал второй период, который харьковчанки выиграли с преимуществом в 5 мячей 6-1. Ирина Абаимова забила в финале 4 гола, Марина Жихарева и Жаклин Колочкина оформили хет-трики. К 11-му кубковому трофею в истории харьковские ватерполистки добавили сегодня 18-ю победу в чемпионате страны. В заключительном втором туре они добились максимального результата, выиграв все 3 матча. Сборную Киевской области и Днепровский университет харьковчанки обыграли с перевесом в 4 гола. В четверг разгромили команду Донецкой области со счетом 19-9. Особо постаралась Жихарева. Она забила 8 мячей и стала лучшим бомбардиром чемпионата. Набрав 14 очков, сборная Харьковской области опередила серебряных киевлянок на 3 балла. Бронза досталась днепровским ватерполисткам.